Человек по своей сути животное мало чем принципиально отличающееся от других видов. Прародители человека, так же как и многие другие приматы, жили в лесах или степях, добывали себе пищу охотой и собирательством, рожали потомство, умирали. Но в какой-то момент произошло нечто, какое-то событие, которое дало мощный толчок развитию человеческого племени, и за очень короткий исторический период человек сделал гигантский шаг от своих бывших соседей, оставшихся в своем развитии практически на том же уровне. Человек же начал стремительно развиваться, изобрел колесо, стал строить дома, поселения, затем города. Человек постоянно совершенствовал свои орудия, а города становились все больше и выше. Технический прогресс, это чудовище, порожденное современной цивилизацией, произвел на свет огромное количество устройств, призванных облегчить жизнь современного человека, сделать ее комфортнее, легче, приятнее. Эти телевизоры, телефоны, компьютеры и прочие изобретения, создавая иллюзию дополнительных огромных возможностей, на деле ограничивают человека, вызывая привыкание. Рано утром в кабинете плачут взрослые, как дети. Главный адрес в интернете без ответа. Плачет Вова, плачет Нина, ищут суку сисадмина. Покажи лицо, скотина, да только нет. Классники.